Вот это вечный дуализм. Жить по правилам, которые хорошие, которые позволяют жить здоровой жизнью, правильной, красивой, доброй. Или же дать себе свободу сделать то, что тебе хочется. Это еще одна из неразрешимых проблем для многих людей. Вот именно, что нам этого не дано знать. Есть некие правила, которые человечество для себя выработало. И они там проверены временем, они записаны в скрижалях кровью многих людей. Но думаю, что они тоже подлежат пересмотру. Человечество же тоже растет, меняется. И поэтому что-то трансформируется. Организм растет. Сегодня там печень у ребенка работала так, производила одни вещества. Или там надпочечники, или еще какая-то железа, которая производит гормоны. А завтра ей нужно другое. Она повзрослела. Ей нужны там половые гормоны, более зрелые. И кто скажет, что тогда она работала правильно, а сейчас неправильно? Но все же изменилось. Есть такая теория, и в принципе я к ней присоединяюсь, что мерило того, насколько это правило действительно правильно, это жизнь. Если это способствует продолжению жизни, значит, это правило стоит исполнять. Если это ради жизни, если это правило ведет к деградации, умиранию, затуханию, уничтожению, значит, это неверно.